Итак, я вас приветствую на своей авторской передаче «Игр с распродаж». И сегодня мы поговорим о такой игре, как «Князь 2», ну или, если брать ее полное название, «Князь 2. Кровь титанов». Собственно, с данной игрой я познакомился еще до ее покупки в 2003 году, как раз таки в год ее выхода. Дал мне ее поиграть один мой знакомый. Поскольку мне тогда очень нравилась первая часть, то я засел за данную игру и прошел ее. Позже, в 2006 году, я купил ее на распродаже за 50 рублей для своей коллекции. Как ни странно, обзор на данную игру я хотел сделать еще аж в 2011 году. И тогда же отписал весь видеоряд. Но вот собрать из этого обзор у меня тогда не дошли руки. И поэтому я смог сделать его только сейчас. И раз уж мне тогда приспичило сделать обзор именно на вторую часть «Князя», то мы почти не будем касаться первой части, кроме тех случаев, где это необходимо. Ибо на игру «Князь. Легенда лесной страны» обзор я планирую сделать позже. Данная игра для многих неожиданно вышла в 2003 году. На обложке оригинальной игры гордо значилось «Князь 2», и только в редмифайле было написано «Князь 2. Кровь титанов». А на Западе игра вышла в 2004 году и называлась «Kong 2. Blood of Titans». Игра имела немного переработанный и улучшенный движок первой части. Из себя он представлял стандартный двухмерный изометрический движок со спрайтовой анимацией. Про него и сказать-то больше нечего. Ну а теперь можно поговорить о самой игре. Первое, что бросается в глаза, в сравнении с первой частью, летние пейзажи лесной страны сменились на осенние. Наконец-то можно было заходить в здание, количество уровней прокачки главного героя значительно выросло, и появилась возможность бега. Выросло и разрешение самой игры до 1024 на 768 пикселей. В игре мы можем набирать дружину из 8 воинов и воительниц, не включая протагониста, плавать между островами на кораблях, воевать с людьми и монстрами и, разумеется, выполнять квесты, как сюжетные, так и побочные. Стандартный набор RPG, разве что только в любопытной обертке славянских и скандинавских мифов. Чувствуется, что игра делалась как эдакий клон Diablo 2, со многими вытекающими отсюда последствиями. Появились магические руны, они вставляются в оружие или доспехи, увеличивая силу удара или один из трех параметров – силу, выносливость и ловкость. Определенные территории, на которых нам придется побывать на разных этапах игры, реал-тайм сражения с нежитью, износ оружия, всякие обслуживающие НПС, вроде кузнецов, лекарей, воевод и торговцев, и даже сюжет. Но о сюжете мы поговорим отдельно. Браслет владыка полностью подчинил себе волю и разум своего владельца. Самый могущественный магический артефакт решил стать абсолютным владыкой страны поющих вещей. Он начинает методично уничтожать другие магические предметы. Вместе с артефактами гибнут и их владельцы. Резко сокращается число волхов, теряет свою силу знахари и магические свитки. Положение лесной страны осложняется еще и тем, что ее предводитель, который вернул себе статус бессмертного, перестал интересоваться и заботиться о своих подданных простых смертных. Ему безразличны мольбы и просьбы о защите деревень от нападений чудовищ и появившихся банд разбойников. Наоборот, по приказу безжалостного браслета, стражники повелителя сами уничтожают древние капища и деревни, которые заподозрены в том, что укрывают поющие вещи. Один из оставшихся в живых волхов лесной страны находит древнее пророчество. В нем сказано, что в самый страшный час, когда, казалось бы, уже все потеряно, проявит себя кровь титанов. Волхвы собираются на месте гибели Ара и вызывают его дух. Они обращаются к нему с просьбой назвать им живущих ныне смертных, в чьих жилах течет древняя кровь потомков титанов. В ответ Ар произнес: «Потомки титанов, я посылаю вас в незримый огонь! Он будет жечь ваши души, пока не исполните предназначенное, а потушить его в силах будет только смерть». Повинуясь зову крови, потомки титанов, отказавшись от своего привычного уклада жизни, каждый своей дорогой отправляются за разгадкой тайны, лишившей их душевного покоя. Вот что написано на официальном сайте данной игры. От себя добавлю, что на выбор нам дадут 6 персонажей разных национальностей, а именно викинги, славяне и византийцы. По 2 персонажа на каждый пол.
А вот, собственно, и они. Ратибор, князь деревни Барье. Самый старший и опытный среди прямых потомков титанов. Ратибор много успел достичь за свою жизнь. Благовенствующая деревня с многочисленными жителями платит обильную дань, пополняя без того немалую княжескую казну. А верная дружина готова выступить в поход по первому слову князя. Честный и непреклонный нрав Ратибора известен во всех пределах лесной страны. Недаром повелитель считает его своим смертельным врагом и посылает в подвластные ему земли отряд за отрядом. Немало таких набегов отразили дружинники Барье, во главе которых с тяжелым боевым топором в руке незримо стоял сам князь. Княгиня Велеславна, последняя из рода князей Черного Бора. Ценой своих жизней верным дружинникам удалось спасти ее от солдат повелителя, которые до основания разрушили ее родную деревню. Тогда Велеславна поклялась отомстить за причиненные беды. Зов крови титанов только укрепил ее в решимость сразиться с повелителем лесной страны. Как и ее предки, Велеславна отлично владеет мечом. В благородном сердце княгини живет память о спасших ее верных подданных. Поэтому, возрождая свою дружину, она в первую очередь отдает предпочтение воинам, зачастую отказывая даже прославленным воительницам лесной страны. Викинг Эйнар – воин охраны торгового скандинавского корабля. Он впервые в лесной стране и мало что знает о нравах и обычаях местных жителей. Призыв титанов застал Эйнара в морском лагере викингов, накануне отплытия к берегам родной Скандинавии. Горячий и несдержанный язык, он очень скоро затеял драку со стражниками повелителя. В результате Эйнар оказался в тюрьме и отстал от своего корабля. Знахарка нижнего лагеря Хельга. Для нее не существует тайн в искусстве врачевания и изготовления целебных смесей. Многих людей Хельга спасла от смерти. Подобно всем викингам, она отлично закалена и обучена военному искусству. Хельга неплохо владеет любыми видами оружия и уверенно чувствует себя в бою даже без защитных доспехов. Смелая и решительная, она способна командовать большим отрядом. Самые лучшие воины и воительницы лесной страны без колебаний готовы идти за ней. Византиец Александр, ученик волхва, самый молодой из оставшихся в живых потомков титанов. Недостаток жизненного опыта юного героя компенсируется отменным чувством интуиции, которым он владеет с рождения. Александр великолепно разбирается в людях, практически безошибочно выбирая правильный тон разговора с любым собеседником. Догадываясь о высоком предназначении молодого византийца, волхвы передали ему не только свои тайные знания, но и обучили военным навыкам. Благодаря ежедневным упражнениям Александр стал одним из лучших фехтовальщиков лесной страны. Его излюбленное оружие – двухручный меч. Византийка Анастасия, лучница, стражи летающего острова Повелителя. Она по праву считается одной из лучших воительниц лесной страны. Мало кто может сравниться с ней в меткости стрельбы из лука и арбалета. С момента появления Анастасии на летающем острове, браслет владыка ощутил, что поблизости находится серьезная угроза. Однако найти и уничтожить источник опасности оказалось не под силу даже этой наиболее могущественной из поющих вещей. Зов крови титанов решительно изменил жизнь Анастасии. Она решила немедленно бежать с летающего острова, собрать отряд из лучших воительниц и вступить в открытую борьбу с повелителем. От себя добавлю, что проходить игру за всех персонажей по очереди нету никакого смысла. Что квесты, что финал игры. От этого никак не зависит. За некоторых персонажей есть крайне незначительные отличия в самом начале игры. Но на этом фантазия у создателей закончилась. Игра получилась, ну уж очень линейной, и столь тщательно прорисованные характеры главных героев там совершенно не отображаются. Второй князь вышла игрой, которую интересно пройти один раз. Я вот, например, прошел ее два раза, чтобы сделать этот обзор. Но не все так плохо. Для того, чтобы решить часть квестов, нужно прокачивать определенные навыки и характеристики. Преимущественно это интеллект. Некоторые квесты имеют по два варианта решения. Выражается это в том, что либо мы крошим всех фарш, либо пытаемся решить все дело миром. Каждый взятый вами боец дружины имеет свой уникальный портрет иконку. И пополнять дружину теперь надо не каждым жителям деревни, а только определенными наемными воинами и воительницами, квестовыми персонажами и обслуживающими НПСами.
Ну, то есть, кузнец, воевода и лекарь имеется в виду. Но только в подвластных вам деревнях. Кстати, о деревнях. Теперь мы не можем захватывать деревни силой, а только после решения какого-нибудь квеста от деревенского старосты или других НПСов, живущих в этой деревне или ее окрестностях. И даже таким способом нельзя править абсолютно всеми поселениями, в отличие от первой части. С деревень можно брать дань, строить защитные сооружения, а также объекты для обслуживающих НПС, кузницу, избу знахаря или казарму, и приводить туда соответствующих мастеров для их функционирования. Обычно это кто-нибудь из дружины главного героя. Деревни могут быть захвачены солдатами армии повелителя, и тогда их надо отвоевывать обратно. Купцы могут давать задания по доставке товара в другие поселения. На первых порах это помогает открыть другие объекты на карте. Карта же в игре выглядит почти как в первых двух частях Fallout'а, и перемещение по ней аналогичное. Как я уже говорил, добавились морские путешествия между островами. При том, чтобы попасть на некоторые из них, надо находить специальные карты, открывающие вам поселение на данном острове, где можно причалить. Карты эти достаются либо через квесты, либо в бою с морскими пиратами или воинами повелителя. Вот зато искусственный интеллект врагов подкачал. Они просто бегают за одной и той же целью, совершенно не обращая внимания на всех остальных дружинников. Кстати, играя всеми персонажами, кроме Хельги, мы эту самую Хельгу можем взять себе в дружину в нижнем лагере. Также в Черном Бару мы можем встретить еще одного протагониста, княгиню Велиславну, Еще мы можем встретить некоторых героев первой части. Думаю, кто в нее играл, будет приятно удивлен. Ну, что касается звука и музыки, теперь все диалоги в игре полностью озвучены. Это касается и разговора с дружинниками. Но все они говорят стандартными репликами. Универсальных помощников, как в первой части игры, мы не увидим. Музыку к игре написал Сергей Григорьевский. Один из композиторов первой части игры. Музыка стала более пафосной и эпичной. В целом на четверочку. Тем не менее, есть даже вполне интересные мелодии, которые я вам сейчас поставлю. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать про эту игру. Да, вторая часть во многом уступила оригинальной игре, но в нее все же можно было с интересом играть. Хотя она и не стала той игрой, которую через какое-то время можно снова поставить и пройти заново. Какие-то положительные впечатления игра все же у меня оставила. Но если говорить справедливо, «Князь 2» довольно-таки средний экшен-РПГ. Фанатам серии «Князь» и просто тем, кому понравилась первая часть, очень рекомендую эту игру. Всем же остальным хочу порекомендовать ее только в том случае, если вам нравятся диаблоподобные игры. Или же просто хочется скоротать время за какой-нибудь фэнтезийный РПГулей. С вами был Барри, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. И да, чуть не забыл.
я у себя в группе ВКонтакте устроил отбор игр для следующего обзора. Голосуйте в моей группе за ту игру, на которую вы бы хотели, чтобы я сделал обзор из предложенных. И если две игры наберут одинаковое число голосов, то я сделаю обзор сразу на две игры. Хочется также поблагодарить группу ВКонтакте «Князь Возвращение Легенды» за помощь в создании обзора. Ссылку на нее вы увидите под видео и в титрах. До новых встреч! Всего хорошего!